Читаю книгу Бытие, глава 41. По прошествии 2 лет фараону снилось, вот он стоит у реки. И вот вышли из реки 7 коров, хороших видом и тучных плотью, и паслись в тростнике. Но вот после них вышли из реки 7 коров других, худых видом и тощих плотью, и стали возле тех коров на берегу реки. И съели коровы худые видом и тощие плотью 7 коров хороших видом и тучных, и проснулся фараон. И заснул опять, и снилось ему в другой раз. Вот на одном стебле поднялось 7 колосьев тучных и хороших, но вот после них выросло 7 колосьев тощих и иссушенных восточным ветром. И пожрали тощие колосья 7 колосьев тучных и полных. И проснулся фараон и понял, что это сон. Утром смутился дух его, и послал он, и призвал всех волхвов Египта, и всех мудрецов его, и рассказал им фараон сон свой, но не было никого, кто бы истолковал его фараону. И стал говорить главный виночерпи фараону и сказал: «Грехи мои вспоминаю я ныне. Фараон прогневался на рабов своих и отдал меня и главного хлебодара под стражу в дом начальника телохранителей. И снился нам сон в одну ночь, мне и ему. Каждому снился сон особенного значения. Там же был с нами молодой еврей, раб начальника телохранителей. Мы рассказали ему сны наши, и он истолковал нам каждому соответственно с его сновидением. И как он истолковал нам, так и сбылось. Я возвращен на место мое, а тот повешен». И послал фараон, и позвал Иосифа, и поспешно вывели его из темницы, он остригся и переменил одежду свою, и пришел к фараону. Фараон сказал Иосифу: «Мне снился сон, и нет никого, кто бы истолковал его, а о тебе я слышал, что ты умеешь толковать сны». И отвечал Иосиф фараону, говоря: «Это не мое, Бог даст ответ во благо фараону». И сказал фараон Иосифу: «Мне снилось, вот я стою на берегу реки. И вот вышли из реки 7 коров, тучных плотью и хороших видом, и паслись в тростнике. Но вот после них вышли 7 коров других, худых, очень дурных видом и тощих плотью. Я не видывал во всей земле египетской таких худых, как они. И съели тощие и худые коровы прежних 7 коров тучных, и вошли тучные в утробу их, но неприметно было, что они вошли в утробу их. Они были так же худы видом, как и сначала, и я проснулся. Потом снилось мне, вот на одном стебле поднялись 7 колосьев, полных и хороших. Но вот после них выросло 7 колосьев тонких, тощих и иссушенных восточным ветром. И пожрали тощие колосья 7 колосьев хороших. Я рассказал это волхвам, но никто не изъяснил мне». И сказал Иосиф фараону: «Сон фараонов один. Что Бог сделает, то он возвестил фараону. 7 коров хороших — это 7 лет, и 7 колосьев хороших — это 7 лет, сон один. И 7 коров тощих и худых, вышедших после тех, — это 7 лет, также и 7 колосьев тощих и иссушенных восточным ветром — это 7 лет голода. Вот почему сказал я фараону, что Бог сделает, то он показал фараону. Вот наступает 7 лет великого изобилия по всей земле египетской. После них настанут 7 лет голода, и забудется все то изобилие в земле египетской и истощит голод землю».
и неприметно будет прежнее изобилие на земле по причине голода, который последует, ибо он будет очень тяжел. А что сон повторился фараону дважды, это значит, что сие истинно Слово Божие, и что вскоре Бог исполнит сие. И ныне да усмотрит фараон мужа разумного и мудрого, и да поставит его над землей египетской, да повелит фараон поставить над землей надзирателей и собирать в 7 лет изобилия пятую часть земли египетской. Пусть они берут всякий хлеб этих наступающих хороших годов и соберут в городах хлеб под ведением фараона в пищу, и пусть берегут. И будет эта пища в запас для земли на 7 лет голода, которые будут в земле египетской, дабы земля не погибла от голода. Это понравилось фараону и всем слугам его. И сказал фараон слугам своим: «Найдем ли мы такого, как он, человека, в котором был бы Дух Божий?» И сказал фараон Иосифу: «Так как Бог открыл тебе все это, то нет столь разумного и мудрого, как ты. Ты будешь над домом моим, и твоего слова держаться будет весь народ мой, только престолом я буду больше тебя». И сказал фараон Иосифу: «Вот я поставляю тебя над всею землей египетской». И снял фараон перстень свой с руки своей и надел его на руку Иосифа, одел его в весонные одежды, возложил золотую цепь на шею ему, велел вести его на второй из своих колесниц и провозглашать перед ним: «Преклоняйтесь!» И поставил его над всей землей египетской. И сказал фараон Иосифу: «Я фараон, без тебя никто не двинет ни руки своей, ни ноги своей во всей земле египетской». И нарек фараон Иосифу имя Цафнав-Панеах, и дал ему в жену Осинефу, дочь Потифера, жреца Илеопольского. И пошел Иосиф по земле египетской. Иосифу было 30 лет от рождения, когда он предстал пред лицо фараона, царя египетского. И вышел Иосиф от лица фараонова и прошел по всей земле египетской. Земля же в 7 лет изобилия приносила из зерна по горсти. И собрал он всякий хлеб 7 лет, которые были плодородны в земле египетской, и положил хлеб в городах. В каждом городе положил хлеб полей, окружающих его. И скопил Иосиф хлеба весьма много, как песку морского, так что перестал исчитать, ибо не стало счета. До наступления годов голода у Иосифа родились 2 сына, которых родила ему Осинефа, дочь Потифера, жреца Илеопольского. И нарек Иосиф имя первенцу Манассия, потому что, говорил он, Бог дал мне забыть все несчастья мои и весь дом отца моего, а другому нарек имя Ефрем, потому что, говорил он, Бог сделал меня плодовитым в земле страдания моего. И прошли 7 лет изобилия, которое было в земле египетской, и наступили 7 лет голода, как сказал Иосиф. И был голод во всех землях, а во всей земле египетской был хлеб. Но когда и вся земля египетская начала терпеть голод, то народ начал вопиять к фараону о хлебе. И сказал фараон всем египтянам: «Пойдите к Иосифу и делайте, что он вам скажет». И был голод по всей земле. И отворил Иосиф все житницы и стал продавать хлеб египтянам. Голод же усиливался в земле египетской. И из всех стран приходили в Египет покупать хлеб у Иосифа, ибо голод усилился по всей земле.